Криптовалюта сделала подростка богачом. Житель штата Огайо, США, Эдди Зилан, разбогател благодаря инвестиции в криптовалюту. В 2012 году Эдди получил от родителей подарок – $5000, которые он вложил в покупку биткоина и эфириума. Сейчас ему 18 лет, и состояние Зилана составляет около $1 миллиона. Эдди говорит: «Прежде чем инвестировать, я изучил аналитические данные, исследования рынка, читал книги и статьи, чтобы узнать больше о рынке криптовалют. В достижении успеха мне помогал опыт успешных инвесторов».